Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру ХКР, вторая часть. Ну что, давай заберем сундук. Воу-воу-воу, 128 тысяч. Это, кстати, очень круто. Ускорители, усиленные зимние шины. Шикарно. Так, поздороваемся, естественно, со всеми, как полагается. Так. Ну что, события. Магазин, ну здесь я уже забрал все свои кубки. Ой, кубки, сундуки. Так, остается нам что? Прокачать нашу тачку. Ну что, мотор полностью, ребят, по фулке, максималка. Все деньги, прикинь, вбухал сейчас только что туда заработанные. Ну что, а мы с тобой едем. У нас лесной кубок, бревна и валуны. Бревна и валуны. Глянем, что у нас тут за бревна и валуны. Давай, Рэйчик, не скупись на скорость. Ох. Ну, пока вроде бы неплохо. Причем мы очень лихо оторвались от всех. Не могу сказать, что это заслуга двигателя только лишь. Ну, еще, естественно, мой профессионализм. Что еще, ребят? Все пучком. Едем как нормальные ребята, как гонщики, как драйверы. Просто здесь, наверное, слабые противники, наверное, скорее всего. Да, наверное, я больше склоняюсь именно к этому. Ох, тихо. Просто у них подбор машин не очень хороший именно для этой трассы. А мы с тобой, как всегда, взяли первое место. Я этому очень рад. Ну что же, поехали дальше. Это последний у нас заезд на этих трассах. Оу. Тихо. Так. Тут трындец что происходит, ребят. Врезался. Но не убился, слава богу. Слава богу, крыши нету. А зачем нам крыша? Нам нужно небо над головой, согласись, да? И мы приезжаем первыми. Это, я считаю, ребят, вообще круто. 9 очков мы с тобой получаем. И, соответственно, продвигаемся дальше. Опачки. Так, я могу это открыть сразу же? Открыть. Так, 3000 монет. Ускоритель дым. А тут еще 5250 монет. Итого 22 тысячи. Шикарно. Ну что, я не знаю, ребят, сегодня может быть до сюда доедем, а может быть и дальше. Все зависит от того, как у нас будет получаться гонки. Если будет шикарно, да, мы с тобой будем идти ровно и хорошо, то, конечно же, гонок будет много. Если опять будем фейлиться, то ты сам знаешь, да, у нас постоянно откаты, постоянно эти трассы мы опять проходим и очень много времени тратим. Так, тихо. Опа, нормально, я тебе скажу. Очень пока неплохо. Проезжаем. И первое место мы с тобой занимаем. Так, здесь у нас еще две гонки будет. Так что не расслабляемся. Кто-то мне сказал, возьми монетный ускоритель. Ребята, у меня на этой машине монетного ускорителя нету. Он, по-моему, даже не предназначен, если честно, на ролике. Он на любых других машинах. Но не здесь. Опа. Ну, тут я сам виноват, ребят. Да, тут что-то как-то уж больно свистанул вперед. Не знаю, почему он в первой трассе так не смог уехать далеко и быстро. Но здесь, конечно, он показал мастер-класс. Это кто у нас? Сиг какой-то. Сиг. Сразу вспоминаем рыбу. Сиг. Ну что ты, ну, Рэйчик, ну. Так, пока мы едем. Ну, вот сейчас уже вторым. После Кая. Кая вряд ли мы, конечно, обгоним. Я вижу, он просто не дает мне такого шанса. Но, тем не менее, я, насколько могу понимать, должен быть первым. У меня потому что 7 очков, да. У остальных недостача. Окей, продвигаемся дальше. Открыть бесплатно. Защитный ускоритель дым и ускоритель... А, два ускорителя дыма. Воу. На ролику. Так, песок в купальнике. А вот что это за ускоритель дым? А, это силовой ускоритель при малом количестве топлива. А вот это что такое?
Турбина заряжена на максимальное давление при увеличении мощности. Вот, вот, ребята, ускоритель мощности при сборе монет. Но он у меня, как ты видишь, нет его. Его у меня нет. Только лишь ускоритель дым. Если получу, то, конечно же, сразу же воткну. А пока, ребят, пока ездим, как ездим. Кто-то говорил: Рэй, возьми другую машину. Ребят, я могу взять другую машину только в том случае, если она хотя бы более-менее прокачана. А у меня, кроме как дизеля моего, да, и вот этой машины, и ничего и не прокачано толком. Ох, неплохо. Совсем неплохо, тебе скажу. А вот здесь вот. Ничего себе, это кто там? Биг Тракер какой-то. Нет, 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 нет. Попробуем. И там уже финиш. Да ну. Блин, пипец, не мог залететь, а. И поэтому получил второе место. Просто не мог залететь. Твою налево, вот нафига мне вот этого, а? Трындец. Ну вот, ребята. Вот из-за этого и проигрываем. Вот тут вот нет, чтобы... Я добавлю что-то с разгончика. КМ-ка нас перегнала, а? Третье место получается. Да, не очень хороший результат вообще, ребят. На этих прыжках... Вот ролейка, я тебе еще раз повторяю, на ролейке, именно на прыжках вообще показывает самые плохие результаты. Она теряет очень много в скорости. Очень много в скорости теряет. Именно на прыжках. Смотри, КМ. Объясни мне, как он там перелетел, а? Ты серьезно? Этот там опять ерундой страдает. И опять же мы с тобой занимаем третье место. И по итогу у нас, наверное, получается третье место. Откат назад. Так, мили шахтера. Поехали, попробуем взять милю шахтера. Да. Ну вот о чем и речь, ребят. Вот как начинаются вот эти вот прыжки, ухабы и тому подобное. Все, сразу фейлится наша машина. Для этого очень хорошо подходит наш дизель. Вот дизель, он просто обожает вот эти вот всякие прыжки, блин. Это как бы его. А ролейка, нет. Более прямая трасса, да, это для нее. Вот и все, вот тебе элементарный пример. Мы пропустили сколько? Двоих. Лидировали и пропустили двоих. Вон там твистед какой-то. Хотя двигатель мы прокачали сегодня по полной программе. Что за трасса такая длинная-то? А, видимо, один заезд у нас, да, получается. Ну, первое место мы все-таки умудрились с тобой здесь взять. И это круто. Так, продвигаемся вперед. Открываем с тобой сундучок. Амортизаторы, зимние шины. Все понятно. И дальше, конечно же, продолжаем наш путь. Гору и ухаба, да? Вот, вот как вот он так вот. А, он, смотри, у него, ребят. Нет, нет. Почему ты такой гэт? Извини меня, блин, не можешь подняться. Пипец, ребята. Все, нафиг, беру дизель обратно. Я манал, блин. Я так не фейлился. Да ну, блин, ребята, сцепление, надо брать эти колеса мои. Мне вот эти вот колеса, которые дают мощность, чушь полная. От них я не вижу вообще никакого толка. Просто нету. Придают тебе мощности, нафиг, лучше брать сцепление. Хотя бы я на горке мог нормально забираться. Тут вообще ничего не могу сделать. Элементарная горочка, все, он уже обделывается на ней.
Я понял. Да какого ты хрена делаешь-то? Ты просто ты, блин. Я манал, ребят. Ты можешь... Придурок. Что я могу еще сказать? Так, где мой дизель? Я манал с такой машиной ездить. Идиотизм какой-то полный. Поехали. Даже не может нормально не подняться, ничего сделать вообще. О, это тоже. Начинается при приземлениях вот это вот ерундой страдать. Самый умный, кто-то перескочил. Моя машина перескочить не смогла. И по итогу вообще четвертый грей. Ё-моё, блин, ладно. Ну, она тоже, блин, начинает вот тут приземляться, и все. Вот, 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 ребят. Именно когда приземляется, она начинает чушью заниматься. Терять офигеть, как в скорости. Не знаю, что ей вообще тут может помочь. Не устраивает, вот серьезно тебе говорю, не устраивает меня вот этот вот. Может быть, нам в дизеле что-то поменять другое? Ну вот, вот, она упала, как мешок, извини меня, с картошкой. Просто бум, и все. А в этой куче я вообще даже не врубился, где я там был. Он себе голову свернул. Третье место. Но назад откатываем. Мы, короче, с тобой на месте точимся, и все. Тупо топчемся на месте. Ни туда, ни сюда. Так, 80, 64 тысячи. Это максималка, что нам нужно с тобой заработать, блин, для хотя бы одного элементарного прокачивания на нашей ролике. Фига-то мотоцикл наяривает. А там не только мотоцикл, там еще и этот. Стефан какой-то. Или Стефан. Вот. Вот мы сделали Стефана. Пока он там елозил, да? Он думал, сейчас вытянет в горочку. А ничегошеньки у него не получилось. И мы в этот момент с тобой поднажали, так сказать, поднажали. И взяли. Он мотоцикл теперь, смотри, что вытворяет. Кто-то там наверх поехал через всю эту гряду. И да, это этот Стефан, по ходу дела. Нет, там Стеллан какой-то. Первый. Первый я приехал, ребят. Ну что, третья гоночка. Заключительная. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно. Что ж поделаешь, если заехали. Да куда ты на заднем колесе? У меня же вроде бы ускоритель не стоит для колес-то. Чего он все на заднем колесе выпендривается? Ну, тут хотя бы взяли первое место. Фига. Там, где мало очень вот этих всяких попрыгушек, мы еще более-менее с тобой берем нормальные места. Как только начинается у нас вот это вот... прыгать, ухабы какие-то, все, начинаем сразу же, ребята, фейлиться. Вот сразу же, я уже заметил. Че тут у нас? Что-то новенькое. Жюль Верн. Почти фулл комплект, ребята. Не считая лица, конечно, и рук. Оу. Машина, это VIP. VIP. Ну что, поехали. Поехали еще, у нас с тобой шахты. Тоже не особо мне любимы эти шахты. Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Начинаем терять скорость именно вот на этой вот ерунде.
Есть машина, которая нормально берет, да? Первый, второй, конечно, первый там уже давно. Я вон с той вон ролейкой соревновался за первое место. Ой, не за первое место, ну, кто займет второе призовое? А тут-то что? Не, я явно туда не возьму. А тот, по-моему, залетел. Да куда ты? Ну, это трэш был полный. Вместо того, чтобы встать на колеса, он башкой своей, блин. Ну вот. Опять это такая же дребудень. Ну, опять такая же дребудень, ребят. Ну, тут нормально. Тут первое место. Того 5 очков. И первое место. А, нет. Буя. Просто у него лицо тоже свиное. Я думал, что это мы. Ничего подобного. Так, мы открываем свой сундук. 5500 монет. Пещера ледяного огня. Мне ничего тут не хотите дать улучшить? Бесплатно на халявку, не? Вообще ничего. Дают магнит. Крыло. Вот. Крыло прокачал хотя бы бесплатно. Самоделка. За 13 тысяч повысить крыло. Не знаю, ребят. Сцепление. Ну там сцепление на снегу, блин, было. По большому счету, нафига мне на снегу сцепление? Ну, на снегу нормально. Но мы-то с тобой на снегу-то мало вообще гоняем. Ролейка, еще какая-то там дребудень. Да куда ты? Да какие кости-то? Я в шоке от этого дебилизма, ребят. Что это такое? Что происходит с игрой-то, блин? Черный квадратик. Вы издеваетесь, что ли? Эй. Ребят, игру взломали, ё-моё. Я даже не вижу, как я еду, блин. Как ровно, неровно, блин. Пипец. Вот, вот об этом я и говорил. Офигеть, блин. Я не мог понять, как я еду, блин. Из-за этого черного... Я просто в шоке сегодня от игры. Да как я, блин, пойму, как я... Да, ребят, это дебилизм полной категории. Всерьез тебе говорю. Это какое-то издевательство. Ребят, просто издевательство надо мной. Да ну нафиг. Так играть, себя не уважать. Серьезно тебе говорю. И они еще мне гонку устраивают. Не было никогда таких проблем, блин, с... Вот в этой игре не было проблем, ребят, абсолютно. А тут какие-то баги пошли. Ну ты встань на колесо. Понятно, короче. Это маразм. Друзья, это просто уже маразм. Самый настоящий. Я тебе говорю, это уже специально что начинает делать, а? Он еще мне подставляет с глыбы с этой. Ну хотя бы так. Еще подкинула куда-то, фиг поймешь куда. Так, мы какие...
Зашибись, еще и горючее кончается. Еще, друзья, и кончается горючее. Взял, я успел хотя бы взять его. Вторым. Или каким? Третьим даже. Третьим приехал. Чувачок, по-моему, сгорел. Хе-хе-хей. По-моему. Не буду утверждать, ребят, но, по-моему, он сгорел там. Упал он вот в лаву. Ни шиша не вижу. Что происходит? Так, и опять я приехал третьим. А этот, да, этот сгорел там все-таки. И по итогу... И по итогу, ребята, мы вернулись. Мы вернулись туда, даже еще дальше... Откуда начинали. Вот и дело, итоги, результаты и выводы. Вот это. Может быть, крылья действительно мешают нам, а? Может быть, их убрать? Даже не знаю. Можно попробовать, конечно, убрать, но... Почему-то мне кажется, что крылья, наоборот, как бы нам хорошо помогают именно вот в плане. А что это он там кренделя берет? А, за счет... Что-то этот как-то уж больно слишком тут прыгал, извини меня, и эти успевал как-то кренделя делать. Не знаю, каким он макаром это делал. Ну, здесь, фух, здесь как-то первое место взяли, умудрились. Давай, показывай, что там у тебя. Не то, чтобы я хотел. Так, ну что, фабричный кубок. Давно мы с тобой на фабрике не были. Попробуем. Блин, я же хотел убрать эти крылья. Крылья я хотел убрать. Угу, пока все норм, первое место. Отлично. Ну, здесь такая сплошная прямая была у нас дистанция. Нормально здесь показывает ролейка. Я говорю, где мало всего прыжков вот этих всех, ролейка вообще топ. Как только начинаются где-то прыжки... Все, ребят, оно начинает сразу фейлиться. Я уже замечал это неоднократно. Поэтому для нее прыжки вообще как бы противопоказаны. Вот более такие прямехонькие трассы, это для нее, да. Остальное в топку. Ну, давай. Этот вот разгон еще нелепый. Врезали еще в какую-то фигню. Сразу он подкололи. Первым мы приехали. И 9 очков. То есть это хороший результат. Но мы еще не доехали, да? До половины с тобой. Замечательно. Так, 42 тысячи.
Кубок езды по ухабам. По ухабам. Так, что там у нас? В команде все. Тут привет, привет, привет. Кстати, у нас скоро исследователи, я еще дальше получу. Ну что, ребят, езда по ухабам, блин. Не знаю, стоит ли мне убирать крылья. Вот колеса, наверное, надо убрать. Вместо колес поставить при малом количестве топлива. Может, вот это вот? Давай возьмем, а? Просто хочу, ребят, проверить, как это будет выглядеть. Ну. Просто глянем, как это будет все смотреться. Ох, зря, зря, наверное, ладно. О, так оно тут вообще коротенькое оказалось. Ладно. Здесь все отлично. Поехали дальше. Тут третье место. Хочется сделать прыжок, но он здесь просто, ребята, нигде не актуален, если честно. Так, мы без крыши, мы едем нормально. Вот сейчас попробуем. Попробовал. Хотел нажать на кнопку. Ну что, по итогу, да, первое место, отлично. Отлично, продвигаемся. Вот, теперь мы только вернулись на свое старое место, блин. Где мы с тобой закончили? Но нам нужно дальше продвигаться. Кубок аллигатора. На танке. Ой-ой-ой. Танк застрял? Нет. Вырвался все-таки, а? Блин, нафиг я тебе взял амортизатор, если я даже не могу их использовать, блин. Просто их негде даже использовать, ребят. Вот-вот-вот-вот, называется приземлился, фигово. Короче, ребят, это амортизатор, это говнище полнейшее. Просто я нажал на них, это что такое? Это амортизатор называется? Я бы сказал, как это называется. Так что амортизатор — это полное отстойство. Ну, для меня, по крайней мере. Третьим, короче, вообще, ребят, третьим, мне сколько там? Три очка, да, третьим, то есть откатываемся опять назад с тобой. Меняем эти чертовы амортизаторы, такого отстоя я тысячу лет не видел. В топку эти амортизаторы ваши. Сцепление тоже, наверное, фигня, при малом количестве топлива. Мощности колес это на заднем, да? Не знаю. Да. Ой, тихо. Поехали вот так вот.
Фиг я знаю, что из этого получится. Да, ухабы это... Это трындец, ребят. Давай-давай, е! Супердизель отдыхает. Давай-давай-давай, погнали. Так, нормально. Дизель, вали нафиг. У него мощность для колес, что ли, для задних стоит, я так понимаю, да? Первый. Фух. Жмет там, газует. Че, я не вижу, что там поджимает. Каракатицу, блин. Так, здесь я выпендриваться не буду, я пойду вниз. Опять этот дизель супер, а? Я вниз, ребят. Я вниз. Я вниз. Ну что ты делаешь, баран, блин? Ай, бестолочь. Вот нафига он падает, а? Ну вот нафига ты падаешь-то? Объясни мне. Скоритель этот. И поставить-то нечего на эту машину, понимаешь? Выбора вообще, ребят, нету. При малом количестве топлива. Я не знаю, у нас, по-моему, топлива никогда не бывает мало. Куда ты так? Да что ж ты делаешь-то? Нормально? Чу! Я знал такие прыжки, которые только что были. Просто на одном дыхании пролетел все это. Давай, родной. Без крыши, я знаю, ты... Нет, нет, нет. Какая-то еще фигня тут. Аккуратненько, 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 рычаг давай. И залетаем. Фух. Да. Ну и трасса, ну и гоночки, ребят. Ну ёпти ж ты. Каракатица ты. Вторым, да? Или каким там? Первым? Фига себе. Как это я так успел их накернить? Скажи-ка мне на милость. Ну, накернил. Так, совсем, ребят, чуть-чуть остается нам до победы. Ой. Да, тут надо вот так вот. Давай, родной, первое. Первое место. Педро Росас. Педро Росас. Какой-то там едет. Давай, 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 подгазовку. Красавчик. Ай, красавелла. Ай, умничка. Вот так вот, ребят, вот так вот. На ровном месте делаем с тобой красивую игру. Ну, тут что-то я обделался, по ходу дела.
Обделался, по ходу дела, я конкретно, друзья. Тихо, родной. Кто там, Бека? Бека, вали нафиг, а. Yes! Вот так он, друзья мои. Как стоячих. Как стоячих их сделал. Ну ведь это же шикарно. Ничего себе. Ничего себе. Вау. 50 кусков. Штаны альпийские. Эпически вышел на мотоцикл. Смотри, как крылья на этот. Так, ну что, мы можем прокачать, друзья мои. Так, что бы нам прокачать? Турбо или коробку передач? Для наилучшего ускорения. Зарога и передача мощности. И повышение крутящего момента. И повышение крутящего момента, ребят, я выбрал. Но сундук такой, блин, выпал, это круто. Посмотрим. Ах ты, супостат, ты посмотри. Да ладно, еще что ли? Ты посмотри, я... О, давай жми, есть! Вот так вот, фух. Тот ехал-ехал, да облажался. Он на мосту, ребята, облажался, когда там, короче, опустился этот фигня. И вот там-то он обделался. Блин, тут просто... Ай, газ... Подгазовывает, ребята, он подгазовывает. Да ну нафиг. Как он вырвался-то вперед? Ёпрасоте, блин. У меня должна быть ускоряшка при малом количестве топлива. Что за дела-то, эй? Блин, тут надо было турбину брать. Тут... Еще и врезался где-то там, а? Про кто там? Про Луки? Ладно, а по итогу? Так, по итогу мы с тобой зарабатываем 7 очков. Первое место у нас, ребят. Ага! Тут еще гонка, оказывается. Так, наверное, с пещерами, да? Со всеми пирогами. Вот ненавижу вот это вот, блин. Есть. Давай, родной, жми. Сзади хвост. Да, первое место. И, ребята, заезжаем с вами. Тыдыч. Еще 60. Тыдыч. Плюс разблокировку давай сделаем. Да, да, ребята, было круто. Нифига там, смотри, какой костюм будет следующий. Ого. Прикольно, прикольно, ребят, мы сегодня погазовали. Блин, извините, если я слишком сильно эмоционирую. Там, может быть, даже иногда ругаюсь. Но это не со зла, ребят. Это я больше злюсь сам на себя. Вот. Премиальный пропуск. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.